Так вот выглядит аппаратик. Китайская Верту. Посмотрим, что внутри. Во-первых, очень толстый миллиметровый металл здесь используется, тяжеленный. Аккумулятор. Посмотрите, какой здесь аккумуляторище. 3,7 вольта, 5800 мАч. Если честно, на отдачу всего 2000 реальных здесь присутствует. Ну, в принципе, большего от нее ожидать и не стоило при таком объеме, при таком весе. Самое интересное кроется здесь. Раз, два, это симки, и вот это микро-сим-карта также. И одна карта памяти здесь вставляется. Сейчас включим, посмотрите, как они скопировали интерфейс. А, я же ее разряжал, да. Я же ее разряжал, чтобы проверить емкость пауэрбанка. Да, и разъем сюда далеко не каждый подойдет. Нужен длиннющий разъем microUSB. Вот такой. Хоп. Пошла зарядка. Между прочим, на компьютере сразу же открылось содержимое телефона. Характеристики телефончика сейчас я вам напишу. На экранчике будет видно. Предлагает время ввести. Ну и вот как выглядит экран. Предлагает вставить 3 симки. Что-то зарядку аккумулятора он не показывает, но показывает, что полностью заряжен. Это контакты. Меню. Здесь есть джойстик, вот, которым можно управлять. Сообщения, контакты, журнал вызовов, мультимедиа, профили, настройки. Посмотрим, что в настройках. Настройка вызова, настройка телефона, безопасность, соединение, приложение. Bluetooth, калькулятор, таймер, конвертация, электронная книга, сигнал, календарь, факел. Что за факел? Фонарик, наверное, имеется в виду. Активирован. Ну, где факел? А, вот фонарик. Факел. Факел-макел. Как выглядит калькулятор? В принципе, ничего интересного, это не Android, на который можно долго-долго рассказывать про менюшки. Здесь похоже на древние нокиевские меню, звонки и так далее. Чтобы позвонить, здесь набирается номер кнопочками. Без симки мы, конечно, не позвоним никуда. Такой дизайник, дизайничек, пауэрбанк. А, вот, он off есть, что это? Что-то включает. Нет, а что он включает? Камера здесь есть, но она тоже недостойна какого-то особого внимания. Выглядит прискорбно ее качество. А вот звонить с него можно очень долго. В том смысле, что долго можно разговаривать, и долго он будет лежать в качестве звонилки резервной. И батарейка будет держать, наверное, почти месяц. По крайней мере, за 10 дней у меня он не разрядился даже наполовину. Так, посмотрим, что у нас тут еще интересненького. Это металл, это пластик. Это пластик, а вот это опять же металл. Кнопки здесь с подсветкой. Их видно очень хорошо. В полумраке есть фонарик, есть камера. Весит телефончик 175 грамм.
175 грамм, а батарейка весит 50 грамм. И вот столько весит аккумулятор на 2000. Ну, то есть 50 грамм. На аккумуляторе написано 5800 мАч, 21 ватт-час. Вольтаж от 4,2, реальный номинальный 3,7. Реально я замерял 2000 мАч, он может отдать.